ну что, 20-й мастер, он идет пустой, без микроэлементов. Там только азот, фосфор и калий. Теплица, в которой растет перец. Перец, и там у нас синенький. Что хотел показать? Теплица, край, торец, проветривание. 12 марта. Теплая зима не проходит бесследно. Активность насекомых такая, как будто начало мая. Посмотрите. Вот. Фокусируемся. А вот перец, который... Вот, покажу вам. Вот видите, эта штука. Это все последствия тли. Работала тля. От нее, конечно, избавились, но вот она покрутила как. Зажала листья. И вот еще, да. Так, видно? Вот она. Это тля, которая залетела здесь, с этого окна. Сумма температур набралась, она активная и ищет себе питание. Вот этот очаг, вот край теплицы, она есть. Так само и здесь. Если она более лучше просматривается, вот она сидит. Фокусируется. Вот. Поврежденные растения такие. Тля переносит вирусы. На этих растениях уже есть вирусы. Их оставлять в выращивании нельзя. Эти растения будут источником вируса для других растений. Без разницы, какой гибрид вы выращиваете. Если вы хотите получить классный урожай, то от этих растений их нужно избавиться. Вот здесь вот, в этих, с нижней стороны листа, сидит тля. Обработали конфидором 2 грамма на 10 литров воды, плюс актацид 30 грамм на 10 литров воды. Живых не понаходили, но я думаю, через 3-4 дня появится. Нужно еще раз через дня 3-4 повторить это все дело, обработать. Обрабатывать не только очаги, а обрабатывать весь участок всей теплицы. Чтобы не было. И тут дальше от края теплицы, от проветривания, рассада чище. И в такой фазе рост развития растения, что баклажан, что перец, не нужно подкормить. Был уже здесь рост концентрат 3/5, и сейчас нужно сделать грамм 15 на 10 литров воды мастер. Мастер 3/20. Я бы еще добавил какого-то магния бы лишнего. Мастер он есть, но я добавил бы лишнего. Но хотя бы мастер 3/20. Ни в коем случае не давайте ни нитромофоску, в которой есть хлор. Так, всем удачи, классных вам урожаев.